Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Ну что, поехали на ивент. У нас второй. Получается по счету, да, первый мы проходили вчера. Так, и посмотрим, что у нас здесь будет. Так, ну что, зомби, там пираты. Оу, слушай, ну это неплохое растение, насколько я помню. Так, тихо, пиратик, успокойся. Куда ты выпендриваешься? Так, оно притягивает, а потом, по-моему, если не ошибаюсь, оно взрывается, да? По-моему, так оно работает. Могу ошибиться, конечно. Сейчас посмотрим. Так, пират почти доел. Так, что-то они тут всех притянули. Ага. Да, друзья мои, так оно и происходит. Они сгорают. Они все сгорают. Давай сюда поставим. А мне всего 3, что ли, доступно получается, да? Понял. Давай тогда здесь поставим. Блин, слишком далеко я делаю. О! Капуста. Ой, капуста, свекла. Конечно же, свекла, друзья мои. Какая капуста? О чем ты? Рейчик, успокойся. Так, давай сюда поставим, наверное. Так. Слушай, а что интересно делает оно, если мы с тобой поставим ульту? О, вот так даже. А взрыв будет или нет? Да, взрыв будет. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, сюда поставим с тобой. Слушай, ну шикарно. Мне нравится, ребята. Вот хочу такое растение себе. Довольно прикольное. На самом-то деле. Так, секунду, у нас удобряшка. Активируем ее. Так, здесь поставим еще. Ну, там взрывчик-то будет или нет? Конечно, будет. Так, секунду, давай-ка вот сюда, наверное, поставим с тобой. Блин, а вот тут-то у нас не все очень хорошо. Так, удобряху активируем. Все. Ну что я тебе скажу, победа здесь за нами, ребят. Довольно неплохое растение, притягивает, плюс поджигает всю землю. Да, на целом рядку. Это очень круто. Я предлагаю, наверное, еще разочек пройти. Такой, да, подбитый. Стоит, кривляется. Ну что, открываем пиньеты. Так, это у нас ядовитый гриб. Это сталия и 1000 монет. Ну что, погнали тогда за второй попыткой. Ну что, друзья мои, наверное, можно здесь, в принципе, сыграть на ускорении, я думаю, да? Тут и так все всем будет ясно. Давай так, наверное, и поступим с тобой. Так, всех их притянуло. Ну, сгорели. Так, давай сюда поставим. И как раз двоих сюда притянет. И вот так вот сделаем. А здесь, в принципе, можно и свеклу влепить. Здесь и вот здесь. И вот здесь. Так. Охламоны, посмотри, ребят, что делают. Так, ну ладно. Здесь-то мы притянем с тобой. Вот здесь вот что нам делать. Блин, то ускорение нам только во вред, если честно, идет. Ага. Так, секундочку, давай, наверное, сюда вот поставим. Сгорели. И это хорошо. Так, вот здесь тоже будет у нас маленький взрыв сейчас. Так, здесь мы сюда поставим. Как раз с двух рядов мы притягиваем, получается. Слушай, а почему удобряшки? А, вон они, удобряшки. Хотел уже, пожалуйста, почему удобряшек нету? Должна появиться. Вот. Так, здесь можно, ребята, сделать вот так вот. Тем самым заманиваем, да, этих зомбарей к себе сюда, поближе. Вот так вот. Куда дальше? Сюда, наверное, поставим. Давай, пиратики, прыгайте. Как раз тут
для вас уже готово у меня. А что это за растение такое, а? Интересно. Ребят, если кто знает, напишите мне в комментариях, что это за растение такое интересное, вообще непонятное. И существует ли оно на самом деле? Или это так? Фейк какой-то. Ну, давай, 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 взрывай. Что там, клюет, клюет, все. И остается мелкий ханурик, ребята, мы его завалили. Ну что, ивент прошел у нас успешно. Открываем пиньяты. Так, споровый гриб, одуванчик и 1000 монет. То есть я, по-моему, 10 тысяч накопил и, соответственно, могу себе прокачать какое-нибудь растение. Так, ладно, у нас еще с тобой будет, опять же, эпический квест, который мы в прошлой серии с тобой не сделали, не завершили. Здесь я хочу забрать награды в виде 2 гемов. 54, да, должно быть. Ивенты. Да, ребята, вот он, этот ивент. 50 семян именно на инферно. Ну что, погнали. Заодно и посмотрим, что из себя представляет это инферно. Я еще ни разу, ребята, не видел. Нет, вру, я видел в ролике. Вроде бы выпускает какое-то огненное торнадо. Воу-воу-воу. Гаргантюахи плюс катапульта там. Блин, ну смотрится оно прикольно. Тут не поспоришь. Интересно, оно работает сразу же? Нет. А на каком примерно расстоянии? Воу-воу-воу, смотри, смотри, смотри. Ну ничего себе. Вот это да, вот это вжаривает. Слушай, ну это круто. Я так понимаю, оно идет к разделу именно огненных растений, да? Скорее всего. Так, ладно. Слишком шумное оно. Вот что я тебе скажу. Очень много шума. Ну, что это, катапульту не можем разобрать никак. Может быть, шипы под нее поставить, а? Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Блин, здесь у нас нет, да? Сюда надо поставить. Допустим. Так, одну катапульту уничтожили. О, гаргантюаха идет. Блин, а что, добряшек не будет у нас, я так понимаю, да? Типа, зачем они нам нужны? Или что, или какой принцип? Да ты заколебал, а? Подбили. Слушай, очень шумное растение, друзья мои. Поэтому тут и так я играю, у меня громкость тихая стоит. Так тут, наверное, еще придется уменьшать. Или просто молчать. В любом случае, мы прошли с тобой первое событие. Так, пошли сразу на второе. На втором, наверное, тоже будут у нас эти растения, да? Инферно. И мы с тобой должны, видимо... Так, там газетник, там с курицами, чувак. Оу. Так, арахис. Ну, арахис мы, естественно, выставляем впереди. Угу. Так, этих тогда тоже сюда будем выставлять. Так, магнит.
Слушай, а что оно делает, интересно, под этим? Под ультой? Давай проверим. Не, попозже немножко. Вот сейчас, например. Да, неплохо. Очень неплохо. Ты посмотри. Это какое-то читерское растение, если честно. Так, стоямба. Это срочное удобрение. Погнали. Так, сюда и сюда. Жестко. Ну, в принципе, тут, наверное, всем уже понятно, что мы выиграли. Тут шансов у зомби просто нету. Действительно, какое-то читерское растение. Это инферно. Мало того, что оно уничтожает довольно неплохо зомбарей, оно еще их отталкивает назад и уничтожает таких, как курицы, я так понимаю, и хорьков тоже будет уничтожать. То есть топчик. Конечно, хочется это растение получить себе в копилочку. Если мы даже с тобой получим 50 семян, нам нужно будет еще 200 где-то надыбать. Ага. Сейчас как раз проверим его в холодный период, да? В нашу, как говорится, суровую зиму. Я надеюсь, что оно огненное и не будет замораживаться. Так, давай-ка мы так с собой выставим все эти шипики. А, и они же замораживаются, наверное, ребят. Да, эти, скорее всего, замораживаются. Так, секунду, я даже не знаю, что пока делать-то. Давай-ка вот сюда, наверное, перейдем с тобой наверх. Так, вот он. Эй! Давай-давай-давай-давай, сдувай. Лук. Оливка? Так, тихо-тихо-тихо-тихо, родные. Че это вы тут разбуянились, я не понял. Отдайте. Сюда, наверное, надо поставить, да? Опа! Гаргантюа, друзья мои, идет. Наверху, вон он. Так, подожди, а этот как сюда пробрался? Скажи ко мне на милость. Упс. Ты будешь бомбить сегодня или нет? Вроде как уничтожили, да? Неужели проскачет, а? Проскочил. Блин, он достал уже своих молокососов выкидывать здесь, а? Смотри, что творится. Спокуха. Давай вот так сделаем.
Опять своего хлыща этого бросает? Ну, конечно же. Ну, поехали. Супер торнадо огненное выпустили. Слушай, ну вроде бы как прошли с тобой чудом. Сейчас вот этого уничтожим. Прекрасно. Вроде бы как и топовое, но именно когда вблизи противники, оно как-то, ребята, начинает хандрить, подводить меня, одним словом. Есть все-таки изъянчики, да? Ну ладно, ребята, переходим с вами на четвертый этап. Что у нас тут? Давай-ка посмотрим. Так, ну ладно, ромашка, все. Покорвлялась. Ёк-макарёк, все виды гаргантюа, ребята. Так, мне дали огненную мяту. Тут, смотри-ка, все растения практически огненные. Васаби. Призраки. Ладно. Солнечный томат. Хм. Ну что же, ладно, давай. Так, солнечный томат. Угу, не то сделал, что надо. Долго ты что-то как-то выдаешь мне тут. Да, схавали. Ну и что, мы его застанили, типа, да? Васаби, давай, помогай, короче. Так, вот мы сделаем. Ну, Васаби, я думаю, накажет, успеет все-таки его бомбануть здесь. Или не успеет, успеет. Сгорел чувачок. Так, выставляем тогда сюда Васаби еще. И... Слушай, это только первое, ребят. Даже волны еще не было. Просто зомби вышли. Так, нам нужно инферно как-то выставлять уже потихонечку, если честно. Вот, уже другой разговор. Погнали. Да-да-да-да-да-да. Именно гаргантюахи идут. Ну что, активируем? Мне как-то не нравится это все, ребят. По-моему, неужели фейл? Ну давай, родной, ну. Так, там еще и курицы. Васаби, бомбите. Вот эти кирпичники. Только звезданем. Давай, давай, вжаривай. Блин, тут что-то у нас не получается, мишиша. Врубаем. Идет, идет в наглую, прикинь. Они пошли как бы вы, а? Куда подальше. Давай, 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 сдувай, сдувай их. Так, если я применю томат. К примеру, да? Плюс привидение.
как-то вот таким образом, может быть, победим все-таки. Так, минус водяной гаргантюа. Остается рок. Гаргантюа у нас. Все. Блин, тут сложно было. Тут сложно было именно раскачаться изначально. А в принципе потом уже все легко. Так, ну что, получаем с тобой деньги. Я все-таки, ребят, потратил сколько? По-моему, два раза, да? Монетки. Ну и, наконец, у нас последний с тобой эпизод на этом квесте эпическом. Давай смотреть. Так, опять у нас цветочная вот эта вот дорожка. Воу. Там клоуны, шуты гороховые, да? Могилоеды. Так, могилоеды. Ладно, сделаем так. Там удобряшки, что ли? Да, ребята. О, видишь, эликсиры. Сейчас короли придут. А где короли, там и шуты. Понятно. Давай сюда поставим, наверное, да? И сюда. Так, вот это убери. А чё так много могил-то, эй? О, перепуга-то. Ты посмотри, сколько их тут идет. Смотри, армия просто. Дело дрянь. Надо ульту. Так, куда мы ее? Сюда, наверное. Лава-глава. Ставим сюда. О! И пошло дело у нас, да? Офигеть, у меня даже подлагивает игра. Так, это последняя волна у нас начинается. Так, гаргантюа, ребят, идет. Гаргантюа. Палач. Где могила? Есть? Я думаю, что все. Остается последний у нас вот гаргантюа. Король там что-то еще пытается сделать. Но ему сейчас крышка будет. Давай, 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 все. Ну, в общем, мой, друзья мои, вердикт такой. Растение инферно мне понравилось. Ты что еще за хлыщ тут? Недобитый. И явился. Поэтому, да, хотелось бы его получить. И желательно в ближайшие сроки. Так, давайте мне награду 50 семян на инферно. И 200 еще нужно будет найти. Где-то получить. Каким образом, пока ума не приложу. Но 100% оно будет где-то у нас разыгрываться. Так, ну что, ребята, теперь пойдем, наверное, в Penny Pursuit. Немножечко поиграем, да?
Кстати, мы здесь с тобой награды еще не забрали. Давай-ка мы 5 гемчиков с тобой заберем. Они не лишние. Так, что у нас там в энциклопедии? 10 тысяч монет, да? Значит, мы можем с тобой что-то прокачать. Давай посмотрим. Виноград, точно, ребята. Виноград нам надо прокачать. Замечательно. И сколько еще? О, у нас еще есть, ребята, на прокачку. То есть до... Получается, до 5 уровня мы можем качнуть. Дамаг будет 2200. Перезарядка 25 секунд. Шикарно. Так, ну что? А, мы еще пиньету с тобой, по-моему, не открывали. Или у нас откат еще не произошел? Сейчас глянем. Сейчас глянем. Так, ребят, через 8 часов. Через 8 часов. Новый костюмчик. Ну, жалко мне тратить 20 гемов ради этого костюма. Тем более, мы не так уж часто пользуемся кабачком. Вот это я, пожалуй, возьму. Одуванчик — это всегда хорошо, ребята. Ну и там помимо одуванчика может еще что-то выпасть. Ну-ка. Вот, например, редиска ротобага. Давай еще одну, наверное, возьмем с тобой. Так, это получается 90, да? 91. Это нужно еще 60. И редиска у нас прокачивается сразу одновременно. Ну-ка, давай еще разок. Так, ну вот и соточка. Угу. Стручковый горох. Окей. Так, ладно, ребята, здесь мы все пособирали, что могли. Теперь давай посмотрим, что у нас в Пенни Пурсуит творится. Возможно, там немножко заработаем финансиков. Возможно. Так, это мы выходим. Кстати, нужно зайти еще на огород и посмотреть, что у нас там созрело. Если что-то созрело, конечно же. Так, денежку забираем. Забираем, забираем. О, как шикарно. Угу. Ну что, я довольный. Все вроде бы у нас хорошо. Вот единственное, что кувшинка, она как бы мне не нужна. Ну что, Пенни, давай-ка посмотрим, что ты нас порадуешь чем. Мы остановились с тобой на вот этой 8-й миссии. 1000, вау. Ну тут, ребята, ясен перец, 8-й уровень сложности мне не потянуть, поэтому начнем с тобой вот с этого. Самого простенького. Ну как простенького? Самый простенький немножко другой. Блин. Тут опять с этими динозаврами, да, все будет дело замучено. Давай, наверное, мы возьмем с тобой щит. Есть там динозавры? Я что-то не увидел. Ну, 100% они будут. Кого нам взять? Я возьму виноград здесь. Это однозначно. Плюс мортиру яблочную. Вон они. Динозавры все здесь, ребят. Они никуда не ушли. Они тут нас преследуют. Так. Что же нам еще взять? А, тут есть гриб. Любовный гриб, ребята, который будет их, естественно, привораживать. Это хорошо. Это мне уже нравится. Давай возьмем тогда мины с тобой. И, скорее всего, нам нужно взять еще подсолнухи. Возьмем, наверное, двойной вот этот вот. И что? Даже не знаю пока, и что. Хурикали можно взять, к примеру. Ну что, попробуем. Вот такой вот у меня, ребята, какой-то состав получается. Несуразный. Но мы надеемся, что все-таки сможем здесь одолеть. 5500 солнца, я так понимаю, это наш лимит. Погнали. Блин, а вы что, сразу выходите? А зачем сразу-то выходить? Ну, поставим минус с тобой, предположим. Поначалу. Давай, давай, толкай его прямо на мину. Так, а ведь я... Опа, теперь он будет за нас. Какое-то время. Естественно, не на совсем. Ну, какое-то время мы с тобой будем вот так вот. Этот динозавр будет за нас. Будет их откидывать обратно.
Так, сюда поставим, наверное. И вот сюда поставим орех. Как-то они очень больно быстро прогрызают нашу защиту эту. Тут, ребят, главное не продинамить вспышку именно. Ага, вот он отталкивает. Молодец, красавчик. Правильно, туда их всех. Яблочная мортира, огонь. Так, мы с тобой тут минами обложимся. Слушай, довольно долго он стоит в оцепенении. Мне это нравится. Дай-ка я бабахну. Вот так вот. Так, а вот это мне уже не нравится. Тут уже они, ребят. Ну-ка, хомутаем. Давай их обратненько толкай. Так, сюда мы поставим, наверное, с собой орех. Вот здесь. Пускай стоит. Сюда мину. Мина. Еще орех сюда влепим, да? И сдуем их. Что-то тут оборзели. Оу! Ёк-макарёк! Давай, давай, срочно! Как ты так продинамил эту вспышку, ребят? Сейчас могло для нас там все плохо очень кончиться. Ну-ка, взорвем их. Не жалею, ребята, ни скулечка о том, что я взял этот виноград. Мне он нравится. Он крутой. Так, и мы с тобой еще получаем 5 гемов. Замечательно, плюс 1000 монет. Так, двигаемся с тобой дальше. И у нас с тобой 9-й этап. 5 пеньков. 7-й уровень сложности. Нет, ребят, я лучше пойду за деньгами. 600 монет, ты знаешь, они не лишние. И они мне нужны. Естественно, тут опять тоже будет с динозаврами все связано. И мне написали, что я могу сделать не больше 35 растений, да? Или не больше, или не дать им погибнуть. Что-то одно из двух. Видишь, 35. Не больше 35. И такой примитив мне дали, блин. Трындец. Примитив еще тот. Так, ладно, я поставлю сюда орех. Пускай он пока как бы прикрывает, блин, что ли. Ну и, естественно, мины. Мины у нас должны быть везде. Как он быстро захомячил, ты посмотри. Так, динозавров пока еще нету, да? Поэтому давай выставлять. Отталкивай, отталкивай, отталкивай их. Хлопнули. Давай сюда поставим этого примитивного горохострела. Так, везде, на каждом рядку у нас должен быть хотя бы по одному. Так, ребята. Успел я приворожить? По-моему, успел. Да, успел, ребят. Сейчас он будет работать на нас, так скажем. Или не будет? Не, должен. Вот, летит. Летит, забирает их, да, от нас подальше. Стоп. Что ты делаешь-то, блин, Рэй, ну? Не туда, конечно же, не туда, ребята, я
Нажал. Так, толкай. Здесь пробились. Блин, придется так вот делать. Твою налево, а. Ну и че вы приперлись? Жесть. Конечно, дали тут отряд так себе. Даже не то, что, ребят, отряд. Ё-моё, вот так вот. Надо убирать этих зомби отсюда. Я не успеваю, ребята, все это сделать. Никак не получится. Вроде пытаешься, а никак. Так, новое достижение какое-то я получил. Новое достижение. Так, ну что, слава богу, хоть это последняя волна у нас. Единственная, блин, радость. Давай по спине им бомбашить. Кто там что-то жрет? Ага. Все, захомутали, да, мы с тобой? Птеродактиль, утаскивай вот этого хламона отсюда. И это он полетел там, схватил на того, кого надо. Да, прошли, я не спорю, друзья мои, но... Какой ценой? Очень дорого мне обошлось это событие. 600 монет получили, а потратил я здесь, наверное, блин, 1000, 3, 4. А 600 только получил, то есть в убыток сыграли. О, а вот, ребята, и отдушина наша. Зомбос, собственной персоной. Так, пеньки мне не нужны. Вот, вот тут, конечно, хорошо было бы, но 11 уровень сложности не потянуть. Ну что, зомбосик, давай, выходи. Будем с тобой разбираться здесь по душам. Так, что у него тут еще придумано? Вот что мне интересно знать. Так, выбираем, естественно, вот этот вот. Понял. Я тебя, братюня, понял. Так, виноград обязательно надо брать. Возьмем яблочную мортиру. Нам нужно будет его бомбить, поэтому, ребята, он будет вдалеке. Здесь очень, наверное, хорошо рис сработает. Так, возьмем с тобой, наверное, вот... Нет, 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 нет. Нам нужно с тобой взять лазербин и подсолнухи. Что-то... Ага, погоди-ка, там у нас... Ё-моё. Хотя лазербин должен, по идее, да, сносить всех этих кур. Ладно, поехали, попробуем. Попробуем. Во-первых, естественно, подсолнухи выставляем. Дальше мортирочки. Вот так. Теперь вот этих вот лазербины. Без них никуда. Поехали. Явился, не запрыгнулся, да? Ну что, поехали. Так, мы хоть станем? Я что-то не вижу, ребята. Вроде как станем. Так, что мне нужно? Мне нужен виноград. Ё-моё, у них тут эти хламоны. В
Вот чё-чё-чё, я не думал, что здесь будут еще и динозавры. Оу, щит. Ну, естественно, их пинками, ребята, подталкивают к нам. Так, виноградина. В атаку. Мы хоть успеваем там хомячить их? Оу, щит, вот это вот я не увидел. Там мой косяк. Так, виноград пока не будем с тобой применять. Сделаем вот так. И лазербин поставим. Вот теперь надо активировать. Так, что? Блин, мы... Блин, вот так вот и происходит все, да? Виноград. Четенько. Так, теперь сделаем здесь. По-моему, не очень хорошо у нас тут получается, если честно. Я бы даже сказал, вообще нехорошо. Ох, он еще и лучом бомбит здесь, прикинь. Так, времени 49 секунд, блин. По-моему, я немножко не ту стратегию выбрал, ребята, здесь. Да, совсем не ту стратегию взял. Здесь она, блин, явно не работает. Не-не-не-не-не, не выходит, ребят. Хоть мы его и подбили, но, видишь... Урон мы не наносим именно самому боссу. И очень что-то дофига тут гаргантюа пошло. Очень много. 6 секунд. В общем, денег я здесь не заработаю. Я сдаюсь. 1700 всего лишь я получаю. И яблочная мортира здесь меня не спасает. Здесь надо что-то другое. А что? Мины? Какие-то мины или... Блин, ну надо дальнобойные. Именно дальнобойные, чтобы именно сносить босса. Сейчас попробуем, знаешь, что с тобой сделать? Через теневые, ребят. Через теневые растения. Я имею в виду именно этот лунный цветок. Хотя, подожди. Мы можем взять с тобой и крокодильчиков под ультой. Угу. Под ультой крокодильчики, да? И что? Этих можем еще взять. Наверное, сделаем вот так с тобой. Подсолнухи. Тут динозавры есть, да? Есть, по-моему, видел я их. Наверное, сделаем так. Хурикали нам толку от него нету. Там пойдут потом еще здоровые гаргантюа. Заморозку, может быть, вот такой вот арбуз взять. Хотя нет, лучше боулинг, наверное. И батарагу, да? А батарагу вместо кого? Вместо крокодила. Да ладно, попробуем так, друзья. Подсолнухи. Ну, я думаю, этот уровень мы должны пройти будем. Надеюсь на это. Поехали. Явился, не запалился, да? Шкала, шкала, шкала пошла расти. Поехали. Потихоньку начнем бомбить. Угу, вижу.
Давай я отталкиваю их там. Эх, виноград нам никак с собой не активирует. Есть где-нибудь еще динозавры или нет? Я не вижу, ребят, просто. По-моему, нету. Виноградина, выручай. Так, еще один, да, у нас? Еще один динозавр. Так, а этот, что тут ускорились, блин? Так, мне нужен грибок вот этот вот, ребята. Да-да-да, привораживающий, ё-моё. И... Да ну, блин, ребят, ну посмотри, они нас просто сминают здесь. Просто смяли. Все, что выращено было непосильным трудом, они взяли и смяли, прикинь. Босса там получит свои повреждения или нет сегодня? Скажи вот мне на милость. Так, босса мы победили, то есть, ну, фул награда у нас будет с тобой. Что я могу тебе сказать? Трошняк какой-то. Да этот мелкий побежал на ускорении. Хлыщеныш, а? Да они сами по себе здесь зомби еще очень крепкие, я вот заметил. У меня денег нет, ребят. Денег нет, ну удержитесь. Так. Дай-ка я на дорожку. Вот так вот, бомбану. Орет и орет, орет и орет. Псих ты этот, а? Смотри. Давай, тотальное уничтожение. Все, ребята. Что у нас тут получается? 2200 у нас денег. И 5 близнецов, да, подсолнухов. 5 мин картофельных. Вот, вот хорошо, ребята. Снэппи. У меня такого нет растения, но 10 штучек, конечно, маловато. Но лучше что-то, чем ничего. Так, по-моему, у нас еще одна третья, последняя попытка здесь осталась. Ну, об этом даже и не мечтать не стоит, ребят. Я не справлюсь там. Давай еще разок здесь попробуем. В принципе, команда неплохая, ребят. Если вот сравнивать, да? Единственное, что вот мы не можем с тобой противостоять этому всему. Вот этой вот всей орде, которая на нас с тобой бежит. А, у нас еще с тобой закончились... ультушечки. И что же мы будем делать? Вот этих брать, что ли? Давай-ка я попробую, наверное, вот так вот. Бред, конечно, но... А вдруг? Вдруг получится. Let's rock. Зачем я взял, блин, let's rock, когда... Даже не поставил никого. Молодец, Рей, красавчик. Ладно, фиг с ним. Шкала пошла, начнем вот с этих, да? Наверное. Или с кого? Или с подсолнухов лучше начинать? Да тут надо и с подсолнухов, со всех, кого не лень. Так, блин, да я же не могу, чё? Все, активировали. Так, удобрение отдай мне. Вижу. Ку
Куда ты там идешь? Жучара, а? Батарага в бой. Так, что-то не хватает, блин, где-то что-то не доставил. Активируем. Давай вот так вот сделаем. Ну как ты, гаденыш, вот тут проходишь? Вот объясни мне, как ты, блин, проходишь? И? Будем долго здесь сопли-то жевать. Так, давай вот туда вот. Пускай он уже их бомбит. Или что-нибудь... Ой, ой-ой-ой. Гаргантюа, собственно, персона тут появился. Давай посмотрим, какой лучше, мой или их Гаргантюа. Наверное, их, потому что мой-то травяной. Фиг ли он тут сделает. Так получается, да? Что травяной Гаргантюа. Да. Ну, огонь. Батарея, блин. Куда угодно пробомбили, но не туда, куда нужно. Вылупляем. Он еще своим лучом здесь. Ребят, по-моему, фейл происходит. У нас 39 секунд, естественно, я здесь. И почему сфейлились? Все же было хорошо, все же было нормально, а? Потому что нету ни одного подсолнуха, не осталось. Вот поэтому, ребята, и фейл. Вот так вот. Ну все, тут проиграли, блин. Ты посмотри, блин, эта редиска, она бомбит и по барабану этим зомбарям. Да не надо мне ничего. Дайте мои 1700 и все. Трэш. Тактика, конечно, мне надо было, наверное, все-таки через эти воевать через лунный цветок, и все, и горя бы не было. Но я пожадничал. И вот тебе эффект бумеранга. Жадный скупой. Ой, жадный платит дважды, да? Так, ладно, давай посмотрим, что у нас тут. На ивенте есть что-нибудь? Нет. Только лишь карамельки и конфетки. Так, ну что, у нас попытки есть еще или нет? Есть! А, этот зомбос ускакал. Так, давай тогда, короче, попробуем еще сыграть. Пока есть такой шанс и возможность. Что у нас тут? Слушай, я вот не знаю, ребят, я не пробовал, например, вот этот берг. Давай посмотрим. Ни одной ультушечки нету, понимаешь? Ни одной. Возьму, наверное, вот этот. Опять эти, блин, динозавры. Ух, так, если мы возьмем на этого. Взрывную мяту плюс ядовитый гриб. К нему нам нужно будет взять подсолнухи. И возьму арбуз. Вот такая вот нелепая команда у меня. Хочется просто поэкспериментировать почему-то. 9 растений. В плане, всего 9 растений я могу поставить, что ли? Ну-ка, проверим. Да, ребята? Интересно, девки пляшут. Интересно. Из них 9 подсолнухов. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Ну-ка, где-то сюда. Идут два хламона аглоеда. Давай так вот сделаем с тобой. Так, секунду.
не надо там ускорять. Я знаю, к чему он там клонит. Сейчас развернется и начнет своим хвостом бомбить. Ну, подсолнухи, блин. Давай-ка вот так вот сделаем. Пускай он будет хвостом бомбить за нас. Твою дивизию. Ну вот, блин, явились, не заплелись. Давай, хвостом бомби по ним. Правильно, вот так вот. Мы травим с тобой всех. Че, бомбанем? Да, гриб, кстати, вот этот отравляющий очень, кстати, хорош. Чего ж тут говорить. Мы их травим. Так, подожди, опять. Ну. Так, давай здесь преображение сделаем. Да. Не успел маленько. Отправляем. Здесь ставим вот так вот нашу бомбочку. Орех. Куда ты собрался? Тут тебя ждет сюрприз, парень. Не, этот гриб под ультой, вот этот, конечно, очень офигенно жарит. Прошли, как ты видишь? Прошли. Так, ну и энергия у нас закончилась. Так, ребята, почти 12 тысяч монет у меня есть в копилке. Надо их куда-то потратить. Во-первых, нам нужно зайти сюда, так как многие растения у нас уже потрачены. Их уже здесь нету. И нужно посадить новые. Так, ага, две ромашки у нас тут. Жужу, полей-ка, пожалуйста, вот здесь. И теперь, наверное, посмотрим, что мы можем прокачать. Какое растение. 10 тысяч надо найти за 10... А, виноград. Да, ребят, виноград, я же хотел его прокачать. Вот так вот. Следующее улучшение, как ты видишь, стоит 20 тысяч. Угу. Так, ребят, ну что, остается арена у нас. Давай глянем. Так, арена. 6 перчаток у меня. Октавио. Как назвался Октавио? В Спайдермена? Переиграл или пересмотрел? Ох ты. Даже так? Все под ультой? Ага. Все, что хочешь. Ладно. Я не возражаю. Так, что нам еще здесь с тобой взять? Результату. Грех жаловаться. Грех жаловаться. Так, тут еще... А, летающие, да, у нас есть. Стоп. Летающие. Против летающих у нас никого не взято. Значит, возьмем с тобой немножко по-другому. Уберем банан тогда. И возьмем... Клевер можно взять? Можно. Вот клевер и возьмем. Ну что, let's rock. Блин, я подсолнухи не взял. Я не взял подсолнухи, друзья. Блин. Тьфу ты. Ай, тупанул, друзья. Тупанул я очень сильно. Так, ладно, будем ждать. Пока один хлыщ идет. Он нам не особо тут нужен. Мы с тобой что сделаем? Мины? Вот так вот. Сейчас мы его накроем. Блин, я еще... Еще даже не стал ничего получать.
Не надо тут никаких перевоплощений, ребята. Что-то уже 20 тысяч у моего оппонента, блин. А я до сих пор ерундой какой-то занимаюсь. Это все сдувать. У него уже 61 тысяча. 61 тысяча рублей. Да мне его, блин, не догнать уже, ё-моё. Тоже тупанул, блин, не взял ни подсолнухов, ничего. И как вот теперь, ребята? Элементарно не хватает. Просто не хватает и все. Ну что вы тут летите-то, а? Прилетели они мне. Это не гамон, просто, а? Летите обратно. Нет, если бы у меня были бы подсолнухи, ребята, было бы все немножко по-другому. А тут... Я сам, конечно, оттолкнулся. Просто не хватает денег, и я не могу ничего вызвать, блин. Ну, фейл, короче, одним словом, тут фейл. Сам виноват. В этой спешке чертовой. Хорошо, единственное, радует, что мы с тобой с самого начала начинаем, поэтому, ребят, как бы ничего страшного здесь нету. Нет, 20 геймов я не буду платить за какой-то один фейл. Нет. Так, погнали. Будет уроком. Не взял подсолнух. Получи, как говорится, плюшку в нос. Так, выбираем все как было, только лишь за исключением. Уберем, наверное, мортиру яблочную, да? И поставим с тобой вот так. В принципе, и мины как бы здесь не особо нужны были бы. Давай честно скажем, да? Но все-таки они пускай остаются. Все? Вроде бы. Поехали. Let's rock. Давай, давай, давай. Там выставляйте, что хотите. Поехали. Так, мы с тобой минами здесь все обложим. Ну и что ты тут летишь? Летит он мне. Вот они, зомбарики. На воздушном шарике летят. Совсем другое дело, да? Так, давай сдуваем. Так, здесь нужно подсумки прямо вот... Сдуло. Просто сдуло чувачков ветром.
Ну согласись, все совсем, ребят, по-другому, да? Уже почти, ребята, 600 там с лишним тысяч. Вот тебе и весь расклад. Так, сюда ставим мину. Еще один подсумок. Уже за лям. Мы с тобой переплюнули. Сюда, сюда и сюда. И вот сюда. Ну вот такая вот, ребята, тактика у нас. И по финансам почти, почти 2 ляма, ребята. Почти 2 лямчика мы с тобой здесь заработали. Даже чуть больше. Даже чуть больше, 2 ляма там с копейками. Вот это я понимаю. Вот это я называю, ребят, сыграли. Отлично просто. Можно, кстати, следующий уровень, я думаю, даже на ускорении пройти. И никаких, я думаю, проблем у нас не возникнет. Тем более тут всего лишь 3 конфетки. 3. Эльрен против нас. Ну что, я оставляю такой же самый состав, ребята. Мне он вполне устраивает. Очень нравится. Let's rock. Так, что у нас тут? Let's rock, погнали. На ускорение, ребят. Так, поехали. Забираем. Миночку сразу активируем с тобой. И сделаем вот так. На минах все как полагается. Так, надо будет мин, наверное, побольше нам тут активировать. Давай сюда сделаем так. Поставим грибочек. Так. Мину сюда. Можно даже еще один ряд подсолнухов. В принципе, лишним он не будет. Лишним он не будет, да? Или мне кажется, или удобряшек там становится больше на земле. Куда вы летите, а? Ёлки, засранцы. А вот тут, ребята, немножко непонятно. То же самое время, та же самая тактика. И мы с тобой здесь еле-еле набрали ляп. Как это понимать? Я не знаю. 1,5 миллиона, это максимальное количество, что мы могли с тобой забрать. Там у нас было 2 ляма. Интересно. Ладно, 3 конфеты мы с тобой получаем. Сколько у нас там пиньят еще? Ой, пиньят, перчаток, по-моему, 5, поехали. Следующий у нас с тобой разыгрывается. Это пиньята. Такой орех довольный. Крил. Так, выставляем все, что было. Поехали. Так, наверное, тут ускоримся. Самое главное — выставить подсолнухи. Подсолнухи, как только появляется, все у нас сразу становится отлично. Так,
Стоп, стоп, стоп. Куда ты там летишь? Летит он там. На крыльях счастья, да? А ну-ка. Ну, стопы, стопы, стопы. Стойте. Да хорош. Так, дуванчики. Так, поехали. Сюда. Блин, ну тут ну, не в тему. Зачем ты сюда-то его? А кто наверху у нас там схомячил? Ну, слишком мне намилось. Вот здесь кто схомячил одуванчик? Я не понял юморка. Так, давай еще, наверное, один подсумок поставим. Грибочек, уходи. Взрывы конкретные, да? Так, ну здесь почти, почти, ребята, то же самое. Лям 761. Ну, мы получаем с тобой пиньету. Одну, что ли, штуку? Так, огненный горохострел. Упс, ребята, он готов прокачаться у нас. Круто. Четыре перчатки остаются, четыре боя. Давай посмотрим, что мы можем с тобой выиграть. 2000 монет, две пиньяты. Раз, два, три, четыре. Как раз, если мы с тобой не сфеймимся, будет все отлично у нас. А что вы мне показываете здесь? А, ну конечно же. Огненный горохострел хочет прокачаться. Так, он у меня где-то... А где он у меня? Я его не вижу. Слишком быстро, да? Листаю слишком быстро, наверное. Так, виноградина. Это все не то, это все не то. Здесь его нету, я не вижу. Слушай, ну по идее он должен быть где-то в самом начале. Практически. Это вот, не... вот он. Сколько стоит, ребят? 5000. Это до 3 уровня. Ладно, потерпим. Так, ну что, поехали. Лова СР. Лова СР. Ладно. Также, ребята, будем на ускорении играть. Потому что на ускорении и быстро, да? И эффективно. Свой состав прежний берем и поехали. Но тут, наверное, можно было бы еще сыграть, конечно, через теневые растения. Я думаю, тоже было бы не очень, как сказать, довольно эффективно и не очень плохо. Так, что мы там? Ускорение, конечно же. Конечно же, друзья мои, ускорение. Так, погнали. Одуванчики. Все как полагается. Все у нас по фэншую. Побольше вызываем врагов и потом уже начинаем веселиться. Вот они летят, буржуи. Так, грибы. Так, вот что такое у нас тут ползет, я не понял, внизу. Чудо расчудесное, да, было? Куда ты собрался, а? Сделаем вот так. Сдуваем. Забираем. Опять же сдуваем. Оу. Щит.
Я обожаю, когда вот так вот все происходит здесь. Все быстро и эффективно. Погнали. Давай сделаем вот так. Вау. Хорошо, сейчас шваркнуло. Так, я не понял, это как это хламоны там наверху? Эй! Стопарики, это что за дела? А сейчас и то меньше, ребята. 1,5 миллиона, 1488 тысяч. Ладно, мы заберем с тобой 2000 монет. Что-то какие-то оппоненты у нас. Друзья мои, мы еще и 20 пиньят с вами получили. Ну что же. Так, это у нас солнечный помидор. Так, огненный горохострел. Окей. Так, сельдерей. Дальше у нас идет, ох ты, 40 звездочек, нифига себе. Точнее, 40 семян на звездочку. Так, 10 граната. Так, это Голдблум. 10 ледяного дракона. Так, ну, примитивный подсолнух, понятное дело. Снапдрагон. Так. Тель-турнип. Близнецы. Так, подсолнечные, да? Яблочная мортира. Ага, тоже прекрасно. О, 20, спасибо, друзья мои. Скоро, кстати, мы с тобой откроем. Так, ну и защитник, естественно. Все? Нет, ребята, лава-гуава. Десяточку мы получили. И арахис. Слушай, ну вот это вот я понимаю, ребята. 20 пиньят, вообще офигенная награда. Мне очень понравилось. То, что нам надавали, очень круто. Ну что, у нас 3 перчатки, то есть 1, 2, 3. Мы можем с тобой еще, в принципе, здесь навалять. Тринг-пха. Ты такой тринг-пха. Окей. Погнали. Так, ничего я менять не буду, вполне все годно. Все работает. Так что шило на мыло я менять не собираюсь. Let's rock. Давай ускоряться сразу же. Слишком долго, потому что мы ждем с тобой. Поехали. Окей. Так, вперед, наяриваем. Летят, уже летят, да? Буржуи. Так, это все забираем. Ну куда вы собрались? Бегут, совсем совесть потеряли. Так, что у нас тут? Все хорошо? Одуванчики выставляем, сразу сдуваем. Так, секунду. С поля вон. Так, мины. Сюда. Так, мне нужен еще, ребята, одуванчик. Вот сюда я его поставлю. Ой! Ты гляди-ка, что, ребят, происходит? Они как-то умудрились тут прорваться. Интересно, сейчас получилось. Как они так сделали? А чему я удивляюсь? Мне наземных-то нет. Мин я не ставлю. Вот поэтому так все и происходит. Так, допустим. Опять, грубо говоря, ребята, 1,5 миллиона, да? Нет, чуть-чуть побольше, чуть-чуть. Не,
Нет, здесь мы с тобой побили рекорд. У нас 2 миллиона 135 тысяч. Ну что, мы с тобой забираем две пиньеты. Ну, я больше уверен, что здесь какое-нибудь фуфло будет лежать. Давай проверим. Red Stinger, 10 штук. Ага. И горохострел. Самый-самый-самый обычный. Так, ну что, еще две перчатки нам с тобой нужно отыграть. То есть 5 конфет и 6 пиньет. И я уже на первом месте, как ты видишь. Но на первом месте в кирпичной лиге. Ну а как ты хотел? Нам же нужно подниматься. Нам нужно с тобой опять возвышаться на свой пьедестал, где мы с тобой были раньше. Но слетели из-за того, что не играли, ребят. А почему не играли? Потому что нету времени. Я в героев, ну эти, растения против героев, ребята, очень много трачу времени там, на эти лиги. За кадром играем, поэтому так вот происходит все. Так, ну-ка, давай сделаем с тобой мину. Естественно, естественно, здесь подсолнухи, все дела. Так, все это забираем, выставляем, бросаем. Сделаем вот так. Подожди, мину. Ну куда вы там летите? Полетели они мне тут. Ой-ой-ой, подожди, подожди, вот так вот. Стопы, 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 столько летающих пришло тут. Сдуваем, конечно. На них любоваться нечего. Так, что у нас там, взрывы будут сегодня или нет? Блин, вот тебе взрывы. Все уничтожает на своем пути, посмотри. Сдуваем. Так, противник пока, ребята, отстает от нас. Но надолго ли? Эй! Пошли прочь. Еле успел. Так, это все забираем. Здесь бросаем. Здесь сдуваем. Даже ляма, ребята, не набрал здесь, прикинь. Даже миллиона не было по очкам. Но, тем не менее, пиньеты мы с тобой забираем. А, нет, это конфеты. Конфеты. Пиньеты еще только впереди у нас. Как раз последняя, да, у нас перчатка и последняя награда. Погнали. Ча. А мы называем Ю, то есть я, а тут Ча. Ча-ча-ча. Даже ничего не буду менять. Let's rock. Погнали. Сразу ускоряемся. И что-то уже бонусы им подкинули. Сразу же. На тебе, хлыщ. Радостный там. Хихикает он мне. Ну куда ты летишь? Летит Квазимода. Успокойся ты, господи. Так, сдуваем, сдуваем. Так, меня почти, ребята, догоняет мой оппонент. Я там смотрю периодически. Шкала, как бы тебе сказать, то в мою сторону, то в его сторону. Так что давай-ка мы с тобой поусиленнее как-то. Выставляем. Так, на сдув. Так, это все грибы. Так, 700 тысяч, да, у нас?
Давай сюда, наверное, вину поставим. Опять же сдуваем. Подожди, я не понял, что. Так. Это что за партизаны тут идут? Смотри. Ага. Взрываемся, взрываемся, отлично. Так, ребят, ну почти, почти мы побили свой рекорд. 2 213 000. И получаем с тобой 6 пиньят. Вскрываем, конечно же. Смотрим, что нам здесь выпадет. Угу. 10 черебин. Дальше у нас 10. Ну, вишневые бомбы, понятное дело. Так, пуф-шрум. Банановые бомбы. Или ракеты. Так, фумшрум. Угу, халапеньо. Прокачивается. Все, ребят. Ну, так себе награда, на самом деле. Ну, средней паршивости, если честно. Ну что, в принципе, ребят, неплохо повоевали. Я на первом месте. Надеюсь, мы с вами перейдем все-таки на новую лигу. И почти 4000 монет. Я думаю, что мне не хватит здесь вообще ни на что. Вообще ни на что не хватает. Да, 5000 это минимум, что от меня просят. Ну что, остается, друзья мои, копить. Других вариантов у нас все равно нету. Ну что же, друзья мои. Подожди-ка, кстати, у нас 101 карамель. Я ведь могу купить себе пиньяту. Если, конечно, они еще здесь остались у нас. По-моему, этот ивент у нас уже закончился, да? Или подожди. Сейчас глянем. Наверное, нету, ребят, да? Так, приключения. Ну да, скорее всего, закончился ивент, где мы могли с тобой покупать именно мяты. Разные мяты были. И даже те мяты, которых у меня не было, ну, не хватало, ребята, естественно, конфет. А мят мне нужно еще, ну, на самом деле, сколько? Одна. Одна мята нужна, это именно, которая увеличивает награды за солнце. Да. И вот надо было всего лишь 100 штучек, 100 мят, если бы у меня было, точнее, 100 карамелек, я бы мог ее взять. Это была бы последняя мята, которая мне... Да, которая мне не достает. Ну, ничего не поделаешь. Ребят, вот я нисколько не жалею, что вот этого растения у меня нет. Пфф, вообще. Бум-балун фловер. Да, цветочный шариковый. Что там, взрыв, блин. Вот инферно, да, я хотел бы. Нарцисс тоже неплохой, ребят. Драфтодил. Вот этот, пфф. Хокус-крокус тоже, ребят, мне не особо нравится. Вот это. Глумвайн и вот это тем более. Вот это вот неплох. Латук, салат латуки. Вот это был бы неплох, ребята. Вот это тоже мне не нравится. Пим-пим-пим, там плюется. Еле-еле. Так, это у нас электрический. Да, это у нас превращает в бесов. Вот, кстати, вот этот вот. Это же кто? Дартишок, да? Вот дартишок прикольный. Довольно сильный. А вот это вот алоэ вера, ребят. Ну, это хил. Хилит орехи в основном. Так себе. Ладно. Это мое сугубое личное мнение. Давайте, ребята, мы с вами будем на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!